Всем привет! Вы на канале Анютка Малютка. И сегодня у нас Бинбузл челлендж. У компании Бинбузл появились новые вкусы. И отвратительные, и вкусные. И сегодня мы их, конечно же, попробуем. И сегодня первый раз с нами будет играть мама! Нам уговаривали, но мама так и не согласилась с нами сесть за этот стол. Но она будет зато участвовать в игре за кадром. Да. Сейчас мы начнем открывать. Аня, давай. Вот это вырывай. Может, надо пару, чтобы помочь? Давайте, я вам помогу. О, видишь, как тяжело открывается. Мы, походу, все разломали пальцы. Так. Мы сейчас разделимся на две группы. Маша с Аней, мама с папой. Будем по очереди брать и пробовать конфеты. И мы сыграем 5 раундов. А потом, у кого из нас будет... Вот по группах, например, у меня было больше вкусных, значит, я буду играть с тем, у кого было больше вкусных, в команде папы и с мамой. Да, и в итоге мы потом сыграем еще в финале и еще 5 раундов. Что вы меня сподвигли? Фу, пахнет неприятно. Давайте сначала мы с Аней вытянем, а потом на счет 3. Ой. А потом на счет 3 будем пробовать. Начинаем первый раунд, и мы с Аней первые. Фу, я вот это. У меня это может быть либо трава скошенная, либо лайм, а у Ани это либо смузи, банан и клубника, или это рыба дохлая, мертвая. Ты какую хочешь? Я хочу, чтобы мне попался рыба? Клубника и банан. А, понятно. Ну а теперь вытаскиваем конфеты мы с мамой. Самый ужасный, пукскунца, пожалуйста. Белая, хорошо. Либо это кокос или... Я выбрала белое, что это может кокос быть? Кокос или молоко прокиши. А у меня вот это вот лимон. Это как у меня, что такое же. Трава или лайм. Ну, пробуем. Раз, два, три. Мне трава. Мне трава. Мне кокос. Аня, тебе вкусно? Мы сами зарабатываем по одному очку. О, как травы пожевал. Очень невкусно. Я сейчас вырвет. Второй раунд. Начинаем? Да. Давай, Аня, теперь ты. Ага, снова две зеленые конфеты. А, это нет, это уже другое. А, другое, да? Это либо сопли, либо это груша. Так, либо сопли, либо груша, что попадет нам с мамой. О, ну-ка скажи, что там написано? У папы, как у Ани, был в первом раунде смузи. Бананы. Может быть, да? Да, или рыба дохлая. Да. А у мамы это либо попкорн карамельный, либо этот сыр с плесенью. Ну что ж, давайте пробовать. Раз, два, три. У меня что-то вкусное. Вам что, всем невкусное попало? Дайте салфетку Ане. Это у меня не сыр с плесенью, а похоже на консервы рыбные или рыбу протушенную, нет? Да, наверное, рыба протушенная. А у тебя что? Сопли. А у тебя что, Маша? Всем попались невкусные? Мне попалось вкусное. Папа, значит, тоже одно очко. У нас с папой счет 1-1, а у вас 1-0. Аня пока лидирует. Да. Давайте третий раунд. Аня. Я возьму пукскунца или лакрицу. А я возьму грушу или... Нет, у тебя это лайм или трава. Лайм или трава. Ну а что же нам достанется? О, целых 3 штуки. Нет, это нечестно, должно быть 2. Так, ну-ка. Не оранжевый, это что? Мама, ты выбрала самое ужасное. Это либо что? Рвота, либо это персик. А у меня скажи, что такое вот эта светло-желтая конфета? Это вот этот, наверное, как у мамы попался рыба консервная, или попкорн карамельный. Ну что ж, давайте пробовать. Раз, два, три.
меня вкуснее. Мне тоже вкусно. У меня лакрис. У меня лайм вкусный. Знаете, какой у меня лайм? У меня вкусный лайм. У меня классная попалась, у меня такая, как будто это... Да у меня это лакрица, понюхай. Фрукты прям. У меня это лакрица, но она не вкусная. Дай себе. Да, просто ты не любишь лакрицу. Подай себе. У меня какой-то вкус непонятный, чего, но очень вкусный. У меня лакрица, но не вкусная. В этом раунде у папы 0, у Ани 1, у меня 1 и у мамы 1. Итак, у нас с мамой получается, пока выигрывает мама, а у вас пока Аня. Да. У меня это либо шоколадный пудинг, либо собачий корм, а у Ани это персик или рвота. Ну что, сейчас я нам с мамой выберу конфеты. Ну, сейчас одна попадает. О, 3. Я выбираю вот эту шоколадную. А я вот эту вот беленькую. Это тоже вот как консервы, типа, да? Нет, это самая белая, наверное, нет? Нет. Нет, тут видишь, точечки чуть-чуть оранжевые. Есть так, что вот это как карамельный попкорн или что-то непонятное, то, что мы не планируем. Рыба, да, которая? Да, консервы. Фу. Маша попалась. Она вкусна. Вкуса? Нет. Маша выбежала из кадра, чтобы искать воды из холодильника, она достает. Ну а мы с Аней радуемся. И похоже, что Аня уже выигрывает у Маши, потому что ей в очередной раз достается 0 очков. Ну а у нас с мамой сравнивается счет. 2-2. Итак, последний 5-й раунд в отборочном туре перед финалом. 5-й раунд. Давайте. Итак, разбираем конфеты. Я возьму белую. Что там у нас мама за вкусы? Тутти-фрутти, либо носки. А вот у меня белая. Что это? Это кокос или молоко прокисшее. Кокос или молоко? А что у Ани с персик крапинками? Или рвота? Ну, тутти-фрутти вкуснее. Но персик тоже очень вкусный. Это могут быть носки. Двухнедельные. А у тебя шоколад опять или скуса? Нет, собачий корм. Собачий корм. У нее собачий корм может быть. Давайте, раз, два, три, погнали. Фу, у меня носки. Фу. Ну, я не пойму, что у меня рвота или молочко. Молоко или кокос? Кокос, наверное. Да не кокос, кокос же приятный. Ну-ка, Маш. Фу, папа так воняет. Кокосом? Я не знаю, что это. У тебя там все вкусы невкусные, которые ты попробовал, все перемешались, пахнет там работой. Еще один раз. Нет, если бы это был кокос, ты бы это почувствовал, это приятно, это как Рафаэл. Давайте еще раз. Короче говоря, папа проглотил. Мне кажется, это прокисшее молоко какое-то. А, стоп, подождите, тогда кто у вас выиграл? Я. У вас ничья. У нас ничья, да. Тогда давайте вы на Зулифа, Аня выиграла. Здесь выиграла в этой паре Аня, у нас с мамой сейчас ничья. Дополнительный тур. Аня вытаскивает для мамы с папой конфетку. Ну, две конфетки. Смотрите, как красиво. Я такую возьму. Не, это только маме с папой. Ну, вот эти же две. Ладно, пусть Аня это просто съест. Да, Аня вне конкурса съест конфету. Я беру зеленую, надеюсь, что это какой-нибудь лайм. Либо тутти-фрутти или вонючие носки. У мамы либо смузи, банан и клубника, либо дохлая рыба, а у папы лайм или трава. Ну что ж. Раз, два, три. У меня попала. У меня трава. Не
Итак, поскольку Аня сейчас вне конкурса просто съела конфету, она не участвовала, мы спорили с мамой, кто будет участвовать в финале. И мама, и Аня побеждают и выходят в финал. Ну что, мама, поиграем в вонючие носки? Поиграем. Первый раунд начинается. Давай, Анюта, угощай меня конфеткой. Какую ты берешь? Ладно, я съем. У Ани это либо молоко прокисшее, либо кокос, а у мамы это либо смузи, банан и клубника, или это рыба дохлая. Господи, так. Сегодня мне везет на эту рыбу. Давай, Аня, начнем. Раз, два, три. Смотри, вкусная. У меня вкусная. А у тебя? Непонятно. У меня кокос. Кокос? Я же говорю, кокос – это какой-то странный вкус. Не поймешь, то ли это прокисшее молоко, то ли хороший вкус. Ну-ка, Маш, понюхай. Чем пахнет? Кокос. Итак, 1-1. Мы продолжаем наш конкурс. Давай вытаскивай еще по одной конфетке. Начинаем второй раунд. Угощай меня, Аня. Опять такие же цвета? Нет. Ты какой в этот раз возьмешь? Белый или коричневый? У мамы это либо кокос, либо молоко прокисшее, у Ани это либо рвота, либо персик. Итак, раз. Поехали! Второй тур! Раз, два, три! Мне персик! Мне кокос! О, 2-2! Ничего себе! Везет! Давайте третий тур! Вытаскиваем еще две конфеты! Видимо, все конфеты невкусные съели Маша с папой. О, две конфетки! У мамы это либо протухшее яйцо, либо попкорн с маслом, а у Ани это либо какие-то консервные рыбные, либо карамельный попкорн. Раз, два, три. У меня попкорн с маслом. О, у Ани, похоже, попало что-то невкусное. Фу, не гадость. Что у тебя попалось? У нее это попалось в консерве. Итак, 3-2. Мама пока выигрывает. Давайте предпоследний конкурс. Еще две конфеты вытаскиваем. Раз, два, три. Мне надо срочно победить. Так, что у нас, Маш? Что? У мамы это либо груша. Нет. Да, груша, либо сопли, а у Ани что покажи там? Тутти-фрутти, либо носки. Итак, сопли или носки, груша, либо тутти-фрутти. Поехали! Раз, два, три. Фу. Мама проиграла. Фу. Это что, у меня сопли такие? Не похоже, да? У меня вонючие носки. Фу. Давай. Как-то ты радостно прямо об этом сообщила, что у тебя вонючие носки. И сейчас счет 3-2, и у нас последний раунд. Кто же победит? Или, может быть, будет ничья? Аня, вытаскивай. О! 3. Какую маме отдаешь? Ну, у мамы это либо персик, либо рвота, у Ани это либо смузи банановый и клубника, или как-то рыба. Итак, пробуем. Решающий раунд. Кто же победит? Раз, два, три. У меня вкусная. Ну, короче, мама выиграла, даже если у Ани вкусная. Вкусная у тебя? У меня рыба. Ну что ж, 4-2. И мама побеждает в этом конкурсе. Ура! Я победила! Мама выигрывает в нашем конкурсе, а вы нам в комментариях напишите, пробовали ли вы новый вкус бинбузл, который вышел. 4 новых вкуса, да, которые вышли. И какой вам больше всего не понравится. И поставьте